сертификация, которая мне потребуется. Сертификация моей пизды, понятно? Будет предоставлена, я посмотрю, что мне надо делать. Мне запрещено писать сообщение за уровень моей пизды. Мне запрещено писать мои сообщения. А кутили, блядь, падла, рвами, падла. Вот декларируйте за аляту и выражаю юридическое несогласие. Незаконно установка комбинатского часа от конституционного отказа мне в праве пользования компьютера заявлением, что имеете право не пускать меня на кадр, на спорт и вообще из дома. Я вам не в тюрьме, блядь, падла. Здесь же присели ваши тюремные бордельные обиды. Вы припахала девок.